Скульптор, член Союза художников России Надежда Бельченкова является не просто великолепным мастером своего дела, но и значимым человеком в развитии искусства в Десногорске. Благодаря ей и ее супругу в конце 1980-х годов в городе появилась художественная школа, в которой юные ребята могли обучаться и раскрывать свой творческий потенциал. Символичным является и то, что именно в этом выставочном зале раньше была та самая художественная школа, в которой начинала работать Надежда Бельченкова. А сегодня здесь представлены ее работы в разной технике, жанрах, видах и материалах. Здесь есть и керамика, то есть обожженная глина, здесь есть бронза, здесь есть даже мрамор, здесь есть дерево. Вот. А так как место оказалось хорошим, свободным, то, наверное, мне это, например, приятно, что я могу зрителю показать себя с разных сторон. Некоторые предметы искусства, представленные на выставке, могут также служить отличным интерьерным решением. Например, работа под названием «Московский ангел» может стать необычным светильником. В экспозиции можно увидеть также работы дочери Надежды Бельченковой, Анны, только уже в другом исполнении, в живописи и графике. Открытие выставки посетили и юные школьники. Как говорит автор работ, прийти на выставку может абсолютно каждый. Все-таки, сколько вкладывает автор, наверное, столько потом почувствуют зрители. Вот. И поэтому могут смотреть люди всех возрастов и всех специальностей, я считаю. Посетил выставку и заместитель главы Десногорска Александр Новиков. В каждой работе чувствуется душа человека, его создавшего. Чувствуется теплота рук. Мы очень рады видеть вас здесь. И пускай это будет началом нашего дальнейшего совместного пути. Мы крайне рады будем видеть вас здесь намного чаще. Экспозиция располагается до 13 января в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.